это наконец все вернется к тому, с чего начиналось. Все альтернативные вселенные исчезнут навсегда. Еще один шаг. И все, что ты хотел защитить на протяжении всего этого времени, вернется в пустоту. Не могу поверить, что я нашел способ остановить тебя. И все это висит на одной нити. Эра, могу я кое-что у тебя спросить? Почему ты такой эгоист? Они ничего тебе не сделали. Помощь в создании АУ так сильно волнует тебя? Ты действительно думаешь, что я делаю это только из-за эгоизма? У меня есть вопрос к тебе, Инки. Ты думаешь, мультивселенная такая же бесконечная, как у тебя отсутствие мозгов? Давай посмотрим. А? Предположим, если мультивселенная похожа на тот тупой артбук, а страницы в нем это все эти аномалии, называемые АВ. А что произойдет, когда в нем закончатся страницы? Ты заполнил всю мультивселенную никчемными мирами. Ни одна из АВ никогда не будет закончена. Я уничтожал их, а ты продолжал помогать создавать мусор. А когда эта мультивселенная разрушится, что ты будешь делать? У всего есть предел, и предел этого заставляет тебя не вмешиваться. О, я вспомнил кое-что. Меня не волнует, будешь ты слушать. И к тому же, моя рука уже устала. Так что покончим с этим! Да-да, я знаю, это был великолепный монолог. Благодарю. Подожди, ты плачешь? Я как раз собирался идти. Я могу тебя стереть потом, так что увидимся. Как-то неловко. Подожди, вернись, дружок. Не-не, я занят, может быть потом? Ты еще не закончил свою работу? Ты был так счастлив, что я заплакал от смеха. Мне так жаль. А ты очень странный. Ты слышишь меня? Чувак, твое лицо было такое уморительное. Прости, но ты только что помог мне с уборкой. На самом деле, все эти бумажки, что ты уничтожил, это листы из блокнота, которые я случайно разбросал. Ты не представляешь, насколько мультивселенная велика. Хорошая попытка, кстати. Хей, кисточка, мы должны нарисовать Эруру новую забавную одежду. Розовую? Окей. Не трогай меня! Никто не посмеется надо мной! Как дети? Успокойся, приятель. Я имею в виду, что даже если ты попытаешься уничтожить АО, то ты можешь создать другую со всем тем, что ты сейчас делаешь. Заткнись! Я знаю, что буду сейчас делать. Сотру тебя навсегда! Навсегда, навсегда, навсегда! Воу, ты серьезен? Хорошо, начнем сначала. Давай покончим с этим.